Привет всем, с вами снова я, Макс. И сегодня, как у всех нормальных людей, у меня также наступила серая полоса. У меня произошла целая куча поломок. Первая поломка – это вот это вот кресло, которое у меня сломалось в машине. И не так давно навернулась бензопила. Но сегодня буду разговаривать именно о кресле. И это такая маленькая подсказка для тех людей, которые столкнулись с такой же проблемой или в будущем будут сталкиваться с такой же проблемой, чтобы не совершали тех ошибок, которые совершил я. Я сделал неправильно кое-какие вещи и невнимательно отнесся. Сначала надо было визуально все посмотреть, и в итоге я не допустил ошибки. В принципе, в видео будет сейчас все рассказано и показано, ну а вам, чисто для тех, кто столкнулся именно с этой проблемой, вот этот ролик, я думаю, надеюсь, будет полезен. Ну, смотрите, делайте выводы. Короче, что хочу сказать. Снял кресло, собираюсь сделать вот эту вот сторону. Не знаю, как тут это снимается, этот чехол. Но тут я уже все равно мандец всему. Вот. Разрезал вот так. Сейчас буду смотреть, что здесь у меня случилось. Уже всему канат. Нашел причину, почему вот это кресло перекосило у меня на правую сторону. То есть правая сторона, когда сидишь, уходит назад. Как можно себе искривление заработать. Сейчас покажу. Короче, смысл какой. Так, я тут не знаю, как что снимается. Первый раз все это делал. Вот. Как мы видим. Сейчас вот так. Вот тут вот наплыв сварочный, вот, и эта часть, она закреплена хорошо, то есть приварена нормально эта сторона. А вот эта сторона, как раз вот эта правая сторона, нахрен оторвалась. Так, сейчас. Вот. Вот она оторвалась. И вот сейчас ее я буду приваривать, сваривать вместе. Так, ну что, заварить заварил, вот, зашить зашил. Ну так как оно все равно рватое, мне на какое-то первое время хватит. Все вроде двигается, поднимается, опускается. Вот. Сейчас буду устанавливать. Так, ну что, доделал кресло. Вот стоит, чуть-чуть маленький перекос есть, ну не столь важно уже. Вот. Поставил, все установил. Вот. Ну, уже намного лучше.